100 лет исполняется со дня рождения одного из величайших писателей-фантастов всех времен Станислава Лема. Его произведения переведены на более чем 40 языков, а многое из описанного стало пророческим. «Эдем», «Кибериада», «Непобедимые», будь то небольшой рассказ, целый роман или многотомник, автор затрагивал глубоко философские темы и размышлял о будущем эпохе постчеловека, его взаимодействии с внеземными цивилизациями, месте в мире цифровых технологий. Творчество польского писателя особенно любили в Советском Союзе. «Солярис», снятый Тарковским по роману Лема, стал классикой мирового кинематографа. Если говорить о жанре, то этот человек оказал магнетическое влияние на читателей. Он заставил людей задуматься о том, что раньше было не в моде, что научная фантастика не только о космосе и путешествиях, но и о видении, о представлении того, каким может быть будущее. Свой последний роман он опубликовал в 1987-м. После из-под его пера выходили эссе и труды по футурологии вплоть до смерти писателя в 2006 году. Астероид номер 3836 Солнечной системы был назван в честь Станислава Лема.